Тагибеков отдает передачу в центр. Опасно может быть. Вот атака неплохая. На правом фланге мяч у Ахцаха. Заброс штрафную. Удар по воротам. И переводит мяч на угловой. Газимагомедов. Верхом передача на Муслима Гусейнова. Гусейнов! Справляется голкипер. Ришат Асадов. Что же придумают игроки команды? Смартстрой. Удар по воротам Кристовина. Вот и опасный момент на 30-й минуте. Учак Газимагомедов. Газимагомедов. Дальний угол. Не попадает в створ. Хабиб. Тагибеков и Алиев. Тагибеков и Алиев. Тагибеков, удар Османов. И опасно так, как было. Абдиев не успел на добивание. В команду. Игрока, который пробивает с двух ног. Ой-ой-ой, не самый удачный удар, но есть добивание. Еще один удар! 1-1, Абасов. Абасов сравнивает счет 1-1, а вот смотри. Гаджиев. Гаджиев понизу пробивает и здесь не забивает. Курбанов. На правом, на Жидинов. Возможно, последняя атака. Опасно! Не забивает Ефремов, Гусейнов. Чисто. Аббасов. Отдает передачу на Ефрема. Ефремов, ближний угол. Аббасов. Аббасов, Гусейнов. И не забивает. Не забивает. Хамдумеджидов. Ну, здесь что? Здесь ничего. Здесь можно продолжить атаку. Опасно! И вот открыт счет в этом матче. Забивает Гаджиев Масан. 1-0. 1-0. Ахмед против Османа Магомедрасула. Алиев 1-0. 1-0. Ахмед Алиев открывает. Газимагомедов против Асадова. Газимагомедов. Асадов. Асадов, Газимагомедов. Газимагомедов 1-1. Два один Ахца впереди. 2-1. Ягибек на гибек. Два два. Отбивает, отбивает Магомед Расу Османов и делает все. Пока счет 2-2. А сейчас наш Жидинов может вывести свою команду вперед. 3-2. Подождал даже слегка такой. Мыча Абдулкадиров. Абдулкадиров забивает. 3-3. Разбегается Ефремов и тащит. Тащит Асадов. Два раза мяч трудно, можешь не забить, да? Забивает. Забивает Гаджи. Санин Гусейнов. Что же придумает Муслим Гусейнов? Там Хамидов ему немножко мешает, а потом скажет, что из-за него не забил Гусейнов. Гусейнов! Но это просто технарь, да, опыт. Бразилец просто. Против Османова. 1-0. 1-0. Пока что впереди Ахцах. А теперь до промаха. Так, один игрок, который был, точнее, тренера в Ансалте, забил. А теперь что же придумает Абасов? Абасов 1-1. Ну, 5-5, если так считать, а... А
Где Османа? Штангу даже сломал, а? Арки отобьет. Осадов. Разбег. Удар и штанга! Как же так? В сторону теперь будут пробивать голкиперы. Ильшат Асадов против Османова Магомед Расула. Разбегается Асадов. Ой-ой-ой, лучше всех пробил Асадов, да? Учитесь, полевые игроки. Магомед Расул Османов. Асадов, Асадов, смотрите, как прыгает, а? Туда-сюда, туда-сюда. Магомед Расул Османов все-таки забивает. 11-12 счет, а вроде бы рекорд где-то по 14. Итак, еще один удар и перекладина, перекладина от Алиева. Сейчас Хабиб Газимагомедов разбегается и забивает все-таки, почти достал Асадов, выходит в следующую стадию, Хабиб Нурмагомедов хотел сказать.